Ну что, ребята, большой вам всем привет, ну и как вы уже успели понять по названию данного ролика, сегодня мы с вами немножко поиграем в рояль и играть будем не одни, а вместе с кем? Так, вопрос, с кем же? А, во, с Рувином. Да, ребята, это, собственно, Рувин, с ним мы сегодня поиграем в режиме, который недавно к нам в игру вновь ввели, который называется 2 на 2. И собрали, ребята, мы просто мега офигенно фановые деки, которые стоят всего лишь 3 и 0, то есть 3 эликсира, прям ровно, тютелька в тютельку, и в ней есть голем. Короче, друзья, давайте, наверное, без лишних слов мы просто вам покажем, на что они способны, ну и что думаешь. Переносимся в первый катыч? Да, переносимся в первый катыч, только одна проблема. Какая? Он лайк не поставил, я не знаю, вот в чем его проблема. В смысле, то есть он открыл видос, смотрит нас и не влепил лайкос? Вот я же говорю, вот я возмущен. Блин, братан, давай это по-быстрому решим и пойдем в катыч. А, все, вот короче, у тебя есть 5 секунд, мы идем в бой, погнали, да? Ну все. Да, я понял. Я. Стоп. Поставил вроде, да? Так, слушай, он поставил, да, я вижу. Все. Просто, братан, лучше. Ну чё, тогда теперь точно двигаем в бой. Ну что, ребята, вот первый катчи подъехал, ну и сейчас, как мы вам и обещали, покажем тупо разнос. Слушай, у меня уже есть голем, есть зеркало, смотри, у тебя тоже есть голем, так что начало шикарное. Слушай, начало прям офигенно, я тогда думаю, можно уже и начинать, собственно, раз начало есть. Тупо загнало в угол, вот это называется мой голем, тупо показал, то здесь батя, красиво. Только проблема только одна, знаешь, как бы, у нас есть клон спелл, а у него есть принцесса слева, это плохо. Смотри, принцессы не будет. Уверен? Да, хорошо. Дань, мегамуха. Опа, еще одна, а почему бы и нет? Одна. Чё думаешь насчет клонов? Фаер, прошу тебя. Я думаю, пора. Опа-на! А, здорово. Капец, там у него всякой фигни. Давай-давай, я тоже. Дамаг-дамаг. Мне кажется, или как бы, ну, как бы ему будет больно. А, мегамухи, как бы, вам нормально там? В принципе, дамажатся, по-моему, вообще идеально. Мне... Кажется, знаешь, это, ну, неплохо, неплохо, ну, такое себе. Ну, конечно, бывало и лучше у них, чё тут, ну, как бы... Слушай, все, конечно, шутки шутками, но нам сейчас как-то отдавиться нужно. Да, такой же вопрос, как это делать, я не знаю. Так, не, нормально. Короче... All is good. Контролировать что-то там. Так. Только не по скелету. Блин, по скелету дала, вот тварь. Вот поганка. Смотри, мегамуха постаралась. Слушай, я что-то думал, сложнее будет. Мне тоже так показалось, а мы, блин, прям все тормозили, понимаете? Остановили варваров, кучу варваров, да? Без фаербола, без бревна, без ничего такого жесткого. Слушай, офигенный ледяной дух просто. Я тебе говорю, эта колода творит просто нереальные чудеса. Да, это правда. Короче, голем, големыч. Давай, опа, стрела, Намана, прокосать, пойдет. Смотри, мы мушкетера почти забрали же стрелами. Эй, тихо, мегамуха, смотри, на подзатыльник, еще один, на, все, красиво, всё, упал. На кубочке уживает что-то. Это да, слушай, я думаю, с ты големами? Лево или право? Я предлагаю налево идти. Давай, иди так. Короче, голод ты пока будешь пропушивать, если я увижу какую-то атаку на нас. Иди, я посмотрю, ё-моё. Не, все нормально, ладно, так и быть, лови голема в помощь, тупо, оба. Слушай, что у него было, я забыл, короче... Спарки, вот самая большая проблема, это спарки, наверное, для нас. Ну, не пойти бы ей. Так. Я понял, окей. Так, фигачим, смотри. Ой-ой-ой, слушай, ну вроде... Не знаю, что происходит, конечно, я не знаю. Короче, просто так сброшу клон спелл. Лол, ты... Это варвары были или кто? Опа, подожди, клон, опа. Опа, еще один. Офигенно. А голем-то, глянь, он на разрыве, как урон... Он на разрыве просто дамажит вышку в хлам. Так, будет, нам нужно это товарища отдефать. Мне кажется, это все. Мне кажется, челик просто даже пропушить вообще не может, ну никак. Так, ладно, смотри, у меня есть лайфхак, короче, да? Как забрать спарки? Много-много стрел, и спарки не будет. Давай, я тоже сейчас кину стрелы домой. Оба! Она даже не успела. Слушайте, ребята, но первый бой, как мы вам и обещали, вы сами убедились просто в том, что творят эти големы, особенно если они в связке с мегамухами. Это нереальная дичь, но и сегодня именно по такому сценарию пройдут все наши катки. Ну, мне кажется, годно. Чё, готов переноситься ну, уже во второй? Честно, самое-самое жесткое ждет нас дальше. Да, ребята, поэтому оставайтесь, как говорится, на линии, будем рады вас видеть, а пока мы переносимся во второй бой. Так, пацаны, девчонки, второй бой подъехал, стоп, по-моему, на той же самой арене. Ну да, та же самая арена, только победа будет гораздо жестче. Слушай, окей, короче, в прошлый раз забрали одну вышку, сейчас надо попробовать, очень надеюсь, что получится забрать две. Короче, одна, две.
2, 3, под конец заберем 4, так как всего противника 4 вышки, ну вы поняли, да? Да-да-да, 2 центральных, 2 боковых, короче, вообще жрут противники много вышек, не-не-не, надо это решать точно. Да, что-то сильно много, блин, мне кажется, они разошлись, ну, о-о-о. Молодые, смотри, 2 рыцаря, 2 хога, что? Два хога, что за близнецы тут, как говорится, ой-ой-ой-ой-ой, клоним? Дань, есть предложение. Клоним? Справа, справа. Давай справа. Давай. Давай. Опа. Я тоже готовлю. Так. Что-то много говна стрелы. Много. Ой, это клон, вот я тебе пью. Нормально. Обача. Клон спел. Давай. Смотри, а рыцарь ты 12-й танкует? Кто там? Что? Не знаю. Кто это такой? Уйди. Кто ты его? Так, скелетики, короче, срочно. Вроде живем. Опа, рыцарь, опа. Красиво. Много живем, да, так сказать. Смотри справа. А ты поможешь? Да, рыцарь, помогу. Помогай. Так, оба. Слушай, ну вроде нормально пока. Но... Короче, мы просто, знаете, первым заходом проверили, на что он способен, и поняли, что не такой уж он лошара. Да, два челика, как говорится, играют слаженно, ну, значит, будет победа над ними гораздо жестче. Вы знаете, лох плюс лох уже не такой лох получается. Ну, как бы, с другой стороны, лох x2, ну, такое. Такое, да-да-да. Во, гады! Во, гады! Слушай, не, это... Это, наверное, пол лоха, чисто пол. Это половинка. Слушай, короче, предлагаю уже наказывать, так как, ну, что-то мы их сильно-сильно много жалеем, я тебе говорю. Так, согласен, короче, выдавай пока голема, я посмотрю чисто, если вдруг что-то тоже накину. Эй, тихо, стоим бы. Я кину голема, я посмотрю, ну да. Все нормально, не ссы, я так 100 раз сделал. Давай, отлично. А что делать, там этот как бы маг? Там маг, гад, и плюс еще проблема в том, что инферно будет. А у тебя есть мегамуха? Да, есть. Угу. Так. Лайфхак. Лофак. Оп-оп. Плюс клон, глянь, сколько големов, черт возьми. Сейчас взорвутся же. Что это было? Что это только что было? Я вообще не понял. Это было быстро, но больно. Это было рили моментально. Просто такое количество хп снесли за секунду, что я в шоке, серьезно. Бедный хук, наверное, сейчас прифигел. Куда я попал? Можно обратно? Заберите меня от... Ой, нечем дефать быть. Контрю. Хорош, красава. А, вот так вот гад делает, значит. Ну ладно, я понял его. Так, ребята, делаем вот так вот. Опа. А вот и пошумим. Пошмим. Пум. Эй. Вугад. Ну все, бот, такое не прощаем. Все нормально, я контрю. Я не контрю. Ой. Нифига. Галь, а скелетик, ой, стрелы есть у тебя? Давай, кидай. Хорош. Фух, ребята, блин, эти, это все-таки даже, наверное, не пол лоха, это уже нормальный пац, походу. Да что-то полтора, короче, так. Ой, тихо, смотри, что они творят? Что это такое? Что эти звери делают? Слушай, а что... Звери, только можете маленьких обижать. А что ты думаешь, чтобы кинуть двух големов по центру? Фигня идея? Да. Хорошая идея, мне тоже нравится. Давай. Летучие мыши урода, конечно, ну ладно. Нормально, пофиг, полетели тупо. Оба! А, да здравствует нагиб. Слушай, они сейчас будут нас забрасывать, да, эти? Да. Глиномесы. Давай. Оба! Пацаны, как дела у вас? Нормально живется? Слушай, тебе их не жаль? Мне кажется... Что? Мне их жаль. Мне нас сейчас жаль, блин. Просто, знаете, одной тычки голема не хватило, черт возьми. Друзья, мне кажется, это даже прикольнее, чем победа, что... Самое главное, это вот то, как вот протекает карточка. Она протекла вверх, охеренно. Короче, друзья, вот такие вот фейлы могут быть, потому что это фандека. И на каждую фандеку, на каждых пицциков, которые юзают эти фандеки, бывают такие моменты, поэтому будьте готовы. Но в целом было весело, правда. Да, ребят, реально классно. И погнали, наверное, в третий бой, где точно покажем, как нужно тащить. Ну да, давайте. Ну что, ребята, тогда наш последний. Третий катыч подъехал, ну и сейчас просто-напросто покажем всем в последний раз, кто здесь батя. У меня, кстати, нет голема, офигенно. У меня есть голем, круто. Да, короче, чуваки, так уже быть, у меня нет голема, то я сделаю это за двоих. Голем, погнал. Окей, ушки, смотри, рыцарь. Тогда мы тоже выдадим рыцаря. О, у них и мегамух, смотри, карту. Да, я тоже мегамух, блин, чуваки, ну, блин, все на равных. А у нас коллектора нет, да, тупо ква просто. Слушай, а чё по прокачке, пацаны? Турнирный левел на... Я не знаю. На этих кубках это считается норм, да, насколько я понял? Какие скелетики, что ты делаешь? Да все нормально. Офигенно, просто да, офигенно. Нет. Вот это называю топа вам. Осторожно. Клёны спели. Наман. А куда слева голем ушел? Он такой... Да ну вас нахер. Они больные, валим от них. Слушай, а тебе не кажется то, что вышка куда-то уплыла?
Мне кажется, что две мегамухи живы, они на главном здании. А ты думаешь, что это то, о чем мы думаем? То, о чем мы думаем прямо сейчас, да-да-да. Капец, ну конечно не так было жестко, как мы планировали, но в любом случае... Именно о этом количестве хапа, именно 2076 вот у меня было в голове. А, я понял, я просто думал, ты сносишь, а я теперь понятно, теперь точно понятно, все, окей, ушки. Да, теперь все легко, все ясно. Все, капец, смотри, они застраиваются сборчиками, продолжают, че... Сборщик это типа их забор. Не пройдешь, лох. Это тупо, знаешь, вот так вот было в фильме тупо с Гэндальфом. Ты не пройдешь. Вот там сборщик и был, я точно-точно вспомнил. Как бы предлагайте, знаешь, вот просто ради, по-братски отдать ему левое здание и просто пропушить его на треху. То есть, ты думаешь, должно получиться? Скажу вам честно, идея хреновая, сейчас сольем, ну ладно, сейчас. Ничего. Есть тактика у тебя? Да. Такие охранники! Ну, валим их, мужики! Опа, стрелы! Стрелы, опа! Опа, почти добили! Давай, рыцарь! Жопу! Давай! Стрелы! Клин! Клин! Клин клином вышибает! Опа! Здорово! Пацаны, было приятно покатать! Все, что мы можем вам сказать! Големчик! Еще три вместе к ним, дай прям в одну секунду залетаю. Давай, раз, два, три. Кинул. Хорош. Фух, ребята, ну, в принципе, третья катка, три короны. Четко. Да, вы просто представьте то, что мы играем големом, и атакующая карта только голем. Как бы, как правило, идет голем вроде танка, но сегодня все было по-другому. Да, ребята, големы мало того, что были танками, они еще и были дамагерами. Это красиво, это здорово и четко. Голем 2 в 1, звоните 222-5533. Ну а с вами я прощаюсь, всем желаю удачи и не забывайте поддерживать видосик и пока. Давайте, друзья, еще раз всем большое спасибо за просмотр и всего вам самого наилучшего. Всем до скорых новых встреч.